всем привет! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот шаблончик. Купил я его в Леруа Мерлен. Так, это мне нужно для того, чтобы сделать очертание вот этого блокхауса, который у меня идет вдоль по стене. Конечно, если бы в идеале было бы, что сначала сделать ступеньки, а потом уже обшить стены, это было бы вообще супер. Но так как заказчик сначала сделал стены, но потом уже через какое-то время решил сделать ступеньки, поэтому вот сейчас приходится вот так вот придумывать всевозможные варианты для того, чтобы обыграть вот этот полукруг блокхауса, который вот идет от первой ступени и до последней. В общем, тут его полно. Вот это сейчас примыкание нужно сделать красивым. Если сделать прямым углом, это, естественно, будет некрасиво. Вот для этих целей я вот, в общем, купил вот такой вот шаблон фирмы Архимед. Так, вот такой вот он в упаковке. Продается он в Леруа Мерлен в отделе инструменты. Цену можете уточнить на сайте, либо в самом магазине. Я сколько этот шаблончик стоит, я сейчас не помню. Так, ну что, я сейчас попробую с ним поработать. Ну и уже позже сделаю небольшой отзыв относительно данного инструмента. Как он вообще для работы, пригоден или нет. И как с ним вообще можно работать. Посмотрим. Вот таким вот образом, с помощью вот такого вот шаблона, можно сделать вот такие вот неровные вырезы, если вы не знаете, как это делать. Но сразу скажу, такая вот штука, она не очень удобная, потому что вот эти сами штырики, они очень неудобно двигаются. В общем, может, я еще пока, конечно, не привык к этому, не знаю, но не очень такая уж и, можно сказать, сильно надежная система, поэтому если вдруг обнаружите что-то получше, лучше взять получше. Но, по крайней мере, на 1-2 раза вот это можно вполне растянуть. Нужно аккуратно, бережно относиться к этому, потому что вот эти вот маленькие штырики, которые стоят, они очень хрупкие и гнутся очень быстро. Вот у меня уже одна выпала, пока я регулировал этот шаблончик. Вот она выгнула ее. Просто она гнется очень спокойно. Если вы сильно ударите по нему, он может согнуться. И уже тяжело будет его восстановить обратно. Обратно этот штырик я засовывать не стал. И без него тоже нормально работает. В общем, вот такой вот первый я рез сделал. Где-то, может, чуть-чуть не сильно хорошо получилось. Но ничего, это первый раз. Тут мне еще их полно таких нужно сделать. Поэтому надеюсь, данный шаблон выдержит испытание и до конца со мной проработает. В общем, посмотрим. Сейчас попробую сделать то же самое с той стороны. Посмотрим, что у нас получится. Такие вот одинокие штырики западают. Делаем первый шаблон. И теперь этот шаблон переносим на плитку. То есть, чтобы повторить очертания блокхауса, нам нужен вот такой вот рисунок на плитке. Так, делаем заготовку плитки. Вот получается, что если мы делали прямым углом, вот так вот она примыкала к блокхаусу. И за это сейчас нам нужно использовать вот такой вот шаблон. Ой, в общем, короче, очень тяжело работать с таким приспособлением.
Ну, в общем, лучше изначально делать все правильно, по уму. То есть делать сначала пол, а потом уже делать стены, чтобы вот не было вот такого вот безобразия. Делайте все правильно и все вовремя, так как надо, а не так, как хотите. В общем, сделав разметку по шаблону, как повторил контур блокхауса, и теперь нужно вот этот кусок, вот эту часть этой плитки отрезать. Отрезать ровно, красиво, болгарочкой, потом еще шлифануть кругом для шлифовки, для того, чтобы придать красивый завершенный вид данному изделию. Ну, в общем, это все сложно, и я вам скажу сразу, это не очень это и просто. Поэтому, в общем, нужно сначала руку набить для того, чтобы делать хорошие изделия с помощью вот таких вот приспособлений. Ну вот как-то так, пошел пилить. В общем, вот как-то так это все получается. Плитка очень сложная в обработке, колется. Вот такие вот небольшие сколы образуются во время резки. От этого уже никуда не деться. Но я думаю, ничего страшного, затрем, и видно уже ничего не будет. Ну, возможно, даже затирать не будем. Посмотрим. Посмотрим, к какому виду у нас это все придет по оконцовке. Ну, пока я продолжаю резать керамогранит. Ну, и после уже, естественно, я вам все покажу. Все, что будет. Все, как это будет выглядеть. Итак, сделал все подрезки, которые нужны были для того, чтобы повторить контур блокхауса. И теперь перехожу непосредственно к самой укладке керамогранита на ступеньку. Так, то есть мне нужно будет облицевать эти части и уложить здесь вот целый кафель, целую плитку. И тоже так же облицевать подступенник. Ну, в общем, вот на данном этапе пока все. Вот, в общем, использование данного шаблона. Пригодится такая штука в любой работе, так что если необходимость возникнет, то можно купить. Но у этого шаблона есть, конечно, свои минусы и свои плюсы. Плюсы данного изделия в том, что оно стоит не так дорого. Ну, маленькое, да, удобно хранить, перевозить, транспортировать. А минусы в том, что вот эти вот усики, ну, вот эти стержни металлические, они очень хрупкие. И их можно легко помять. Это во-первых. Во-вторых, они, если сильно зажать вот эти болтики, то потом уже будет тяжело передвигать эти штыри. И получается, ну, не очень удобно будет работать с ним. А также я минус нашел в том, что размер, когда нужен побольше, то вот этих вот 128 миллиметров, конечно, не хватает. Ну и приходится постоянно мерить, передвигать и опять мерить. Но это бывает иногда неудобно, когда такая большая конструкция нужна для того, чтобы сделать замер. Но в остальном, в принципе, данный шаблон, в принципе, показал себя, можно сказать, с хорошей стороны, ну, в общем, средний между очень плохим и очень хорошим.
В работе использовать можно, сразу говорю. Но, кстати, еще такой минус данного шаблона в том, что вот эта вот толщина, видите, вот с двух сторон вот эти две пластины, которые держат эти штыречки, она не дает плотно прижать шаблон к плитке, и тем самым получается, что приходится практически на глаз рисовать данный шаблон, переносить на, ну, то есть практически на глаз приходится переносить рисунок шаблона на плитку. Вот этот еще один минус. Но в целом, в принципе, на пару раз можно взять. Необходимость в таком шаблоне возникает не часто, поэтому если она есть в чемодане, то это хорошо. Все равно когда-нибудь он пригодится. Ну а если нет, то можно взять и забрать, закинуть чемодан. Пусть валяется, да пока не наступит то время, когда он пригодится. Короче, пока у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот обзор для вас был полезен. Если же нет, то извините. Ну, в общем, вот так вот. А мое мнение о данном шаблоне. Все, на этом все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Thank you.